Ассаляму алейкум! Сегодня вас ждет необычный выпуск, потому что мы научим вас варить мыло. Ну, а я вместе с вами. А поможет нам в этом мыловар Олеся. Олеся, привет! Привет всем! Расскажи, пожалуйста, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем делать два вида мыла. Первое мыло будет многослойное, запахом лаванды и украшено сухоцветами лаванды. Второе мыло у нас будет с скрабирующим эффектом с использованием овсяных хлопьев, измельченных. Угу. И бонус? И бонус – бомбочки для ванны с ароматом миндаля. Ой, как жаль, что камера не передает запахи, потому что тут уже такие приятные запахи. У нас в студии. Давай начнем скорее. Что нам для этого понадобится? Так, ну для начала мы начнем делать мыло с лавандой. Мы берем такую формочку. Мы заранее уже порезали мыльную основу. Она такая твердая, прозрачная. Чтобы понять, сколько вам надо основы, примерно заполняем ее. Я думаю, столько нам хватит. Угу. И отправляем это все в микроволновую печь или на водяную баню. У нас микроволновая печь. Угу. Мыльная основа растопилась. Теперь нам надо очень быстро все это делать. Айда нам не будет помогать помешивать постоянно. Какая ответственная должность. А мы помешивай. А-а. Потому что это очень быстро. А мы добавляем наше масло, чтобы наше мыло было увлажняющим. Это какое масло? Мы добавляем миндальное масло, пол чайной ложечки. Теперь мы добавляем масло авокадо. Так. Угу. Масло авокадо какой эффект придаст? Тоже увлажняющий? Да, они все увлажняют нашу кожу. Сейчас это особенно важно зимой. Так, теперь мы добавляем ароматизатор лаванды. Буквально пару капель. Запах какой пошел. Запах уже пошел, да, хорошо. Как жаль, друзья, что вы не чувствуете. Так, теперь мы, первый слой у нас будет белый. Заливаем формочку, Айдана продолжает мешать, а я добавляю диоксид титана, чтобы наш первый слой был белым. Диоксид? Диоксид титана, да. Титана, звучит-то как... Но на самом деле безвредный, его добавляют в очень много косметических средств. Теперь это у нас все застывает, а мы готовим второй слой. Мы добавляем краситель. Это уже на ваше усмотрение. Продолжаем мешать. Это у нас какой краситель? Это сиреневый краситель. Тоже безвредный. Так. Ух ты, какая магия у нас тут происходит, смотрите. Уже начинает застывать. Ну? Да, надо скорее, да, уже? Надо скорее, да. Застывай, скорее, выливай. Давай. Почему она у нас так? Что-то пошло не так? Да, что-то пошло не так. Давай, как-нибудь исправляй ситуацию. Так, если у вас такое произошло... Может, еще раз можно еще раз пойти растопить. В чем прелесть мыла, то что то можно все быстренько еще раз растопить, если вас не устроил цвет, запах. Мы растопили нашу основу и так, заливаем ее сверху. Заливаем ее сверху. Возможно, она сейчас получится не многослойным. Ждем, пока все это застынет, а потом мы будем украшать это все сухоцветом из лаванды. Это все на ваше усмотрение, как вашей душе угодно. Так, тебе. Ждем, пока застынет, да? Пока нельзя. А сейчас, пока застывает первое мыло, мы будем подготавливаться для второго мыла. Мы будем делать скраб. Мы взяли такую кофемолку, засыпали туда хлопья овсяные. И теперь измельчим.
чем мельче у нас получаются хлопья, тем более нежный получится скраб. Если вы хотите скраб более грубый, то можно добавить и неизмельченные. Угу. Теперь это можно высыпать сразу в формочку. Распределяем это все по форме. И идем опять растапливать мыльность. Растапливать нашу основу. Добавляем диоксид титана, чтобы у нас было белое. И можно уже заливать. Наше мыло готово. Оставляем его застывать. Берем первое. И оно уже почти застыло. Можно украшать. Немного приминаем, чтобы они у нас не рассыпались. Да. Ну все, первое мыло у нас готово. Оно еще немного застынет, и мы будем его доставать из формы. Вот такое мыло у нас получилось. Лавандовое. Приступим к бомбочкам. Для того, чтобы нам сделать бомбочку, нам понадобится лимонная кислота и пищевая сода. И вот такие формочки интересные. Видимо, потом мы вот так делаем. Да, и будет такой шарик. Берем лимонную кислоту. Например, на эту форму нам понадобится 2 столовых ложки лимонной кислоты. И 4 ложки столовых соды. Какой эффект это даст? То есть при попадании в воду что, оно рассыпается? А при попадании в воду у вас получается такой вулкан, гейзер. Это очень эффектно выглядит. А в чем плюс? Возможно, это с первого раза может не получиться. Я училась долго и мучительно.
нервов это было очень много. Вот такую формочку мы отправляем в холодильник. На сколько? Примерно на час. Вот такая вот бомбочка в итоге у нас получилась. И запах, конечно, отменный. Жалко, что камера, опять же говорю, не передает эти запахи. И потом при реакции с водой мы бросаем ее в ванну, и такой эффект потрясающий и выглядит очень классно. Поэтому попробуйте дома обязательно. И нам осталось только теперь достать мыло наше из формочек. И что у нас получилось, в итоге мы вам сейчас покажем. Ну что, мыло у нас застыло, теперь можно его доставать из формочек. Давай я вот это достану, а ты твой. Ну, как всегда, Айдан. Вот такая чудесная красота у нас получилась. Двухслойное мыло с лавандой и мыло со скрабирующим эффектом. В качестве скраба мы выбрали овсяные хлопья. Можете дома также сделать. Олеся, спасибо тебе большое за такой мастер-класс. Спасибо, что позвали к себе в гости. А что будет дальше, смотрите на Нур-ТВ. Ассаляму алейкум.